парковка, принадлежащая этому апартаменту. Так, вот здесь сейчас лифт. Мы поднялись из подвала на средний этаж. Это зона бассейна. Открывается такой классный вид на океан. Бассейн с подогревом? Да. Бассейн с подогревом. Сейчас подойдем, потрогаем. Вот. У вас мимозас. Да, вода теплая. Бассейн с подогревом. Это вот все зона бассейна. Сад здесь такой красивый. 3 года назад бассейн был реставрирован. Очень красивая зона. Идем в апартамент. Просто с балконом. А люди закрывают, то есть полностью балкон, и делают третью комнату. Ага, это вот этот эркер получается. Да, это стеклянный, и там третья комната. Это большой комната. Огромный балкон, поэтому его реально можно закрыть и сделать 3 настольные комнаты. Окей. Получается, на эту виллу. Вот, из зоны бассейна. Есть верхняя зона, вот домики, и здесь нижняя зона. Комплекс достаточно большой. Рядом вот здесь есть бары, рестораны, джим, спортзал. Лифт в бассейн. Это по коридору идем в апартамент. До этого зашли через дальний вход, через парковку. Вот здесь есть другой вход в комплекс. Вот он идет, эта дорожка от реджима. Вот здесь спортзал реджим. Через вот этот палисадник буквально там, не знаю, 30 метров. Вот получается вход в комплекс по этой лестнице. И вот сама вилла. Апартамент. Вот, значит, мы вот так вот заходим. Еще раз вход в комплекс. Но это пешком. На машине сюда вот прям к входу не подъехать. Значит, здесь заходим в зону вилл уже. И вот она вилла. А это прям вот своя дверь или это общая дверь? Нет, это вот своя, это личная территория. То есть вот это все, это личная территория? Да, вот я поэтому говорю, если вам нужен какой-то сад или что-то, выпальник здесь, это угу. Все уже отдельно. Получается, вот вход в этот, в эту зону апартамента. Здесь получается второй этаж. От земли. Испанский первый. Вот такой балкон. Вида на океан здесь получается нету. Хотя нет, там где-то вдалеке чуть-чуть виднеется. Возможно. Вот. Значит, балкон такой. Это вот все получается еще раз частная территория. Значит, вверху вон еще одна вилла повыше. Ну, прям вокруг проходите, это все территория виллы. Вот эта вся территория, это как бы с улицы мы обходим. Там вот стена и выше следующая ступенька, следующая вилла такая же. Это получается подсобка, отдельное здание такое. Тут вот вода есть, счетчик воды. Значит, общая территория 190 квадратов. Вот такая маленькая подсобочка. И вот вход в сам дом. Так, заходим. Дверь просела. Значит, электрический щиток. Это домофон, я так понимаю, да? Да, это домофон и щиток. Да. Сигуридат? Да, сигуридат тоже есть. Сигнализация. Так, на стенах, первый момент, на стенах ГТЛ, плитка старенькая, значит, при входе справа сразу идет зона душа, туалета, ну, как я и скажу, в ужасном состоянии, вот эта комната целиком под ремонт, плитка очень старая, ну, душевая кабина, сами видите, унитаз. Так, значит, прямо дальше идем. Здесь получается у нас зона кухни. Кухня тоже небольшая. Где-то примерно 9 квадратных метров. Ну, она есть.
Ну, тоже, соответственно, в плохом состоянии. Я думаю, что это целиком выкидывать бы. Ну, я бы выкинул. Хотя можно и в таком состоянии сдавать. Но если для себя, наверное, лучше выкидывать. Или сделать ремонт и сдавать дороже. Значит, вот получается вход был. Это гостиная, я так понимаю. Да, это гостиная. Из гостиной вот балкон. Вот эта стена, ее можно снести легко. То есть некоторые ее сносят и делают здесь. Да, это не несущая стена. И делают остров на кухню, то есть и как-то увеличивают площадь пространства всего этого. Угу. Так, а это еще раз, стоимость коммунидада здесь? 120 евро, вода включена. 120 евро в месяц, вода включена, общая площадь 190 квадратов, жилая? Жилая на данный момент 86, если балкон делается в третьей комнате, будет 115-118. А балкон вы имеете в виду вот это вот? Наверху, на втором этаже есть еще балкон. Это вот получается тоже такая типа подсобки, здесь бойлер, горячая вода. Ну так по ощущениям, здесь квадратов, наверное, 25 на первом этаже. И идем на второй. Так, здесь у нас две спальни, одна большая ванная комната и большой балкон. Так, вот при входе на второй этаж, это получается ванная комната. Тоже, в принципе, такое все очень 30-летней давности, я бы сказал. То есть не сказать, что прям сильно в плохом состоянии, но очень старое. То есть, конечно, не современная. Вот это ширма. Ванна. Ну так, по-хорошему, наверное. О, стиральная машинка новая. Так. А стоимость апартамента? Была 500 тысяч, и на прошлой неделе было понижение на 40 тысяч, сейчас 460. 460 тысяч он стоит. Вот. Это вот спальня одна при входе, которая справа находится. Отсюда уже прям видно остров Ла Гомера и океан. Вообще зона тихая. В принципе, неплохая. Вот такой обзор. Ну да, слышно птички. Значит, спальня примерно квадратов, наверное, 12, я так думаю. Опять же, на стенах, все стены и потолок, это испанское гателье, вот такие пупырышки. Мебель тоже прям вся старая. Плитка, ну, тоже старая, но, в принципе, как бы нормальная. То есть, и наверняка, судя по порогу, это уже второй слой плитки. То есть видно, да, вот это балкон, в апартаменте примерно тоже должен быть уровень. Мы сделали уровень, скорее всего, там слой на слой вложен. Это значит вот второй этаж, балкон, который вроде бы как-то можно застеклить, да? Но не думаю, что это нужно. Потому что вот получается крыша, здесь тольда, тольда электрическая. И вторая спальня. Вторая спальня прям совсем небольшая. Ну, мебель, еще раз скажу, вся на выкид. Потому что, ну, смотрите сами. Так. Вот. Ну и это все прям старое. Ну, как бы, тут стоимость 460 тысяч не за мебель, а, скорее всего, за место и за площадь. И за бассейн с подогревом. И вот здесь уже вид прям, ну, неплохой, скажем так. Вот видно океан, остров Ла Гомера. В той стороне обычно закат. Вот, ну, в принципе, вроде бы все. Остальное голос за кадром. Ну, так по оценке примерно еще, мне кажется, если не менять пол, а просто и не менять стены, в смысле ГТЛ, как бы вот оставить такое, просто покрасить, выкинуть мебель, обновить стены, обновить всю мебель. Вот, вот двери как бы тоже такие старенькие, но как бы нормальные, вполне себе.
не знаю, 1050, может быть, от 50 до 100 можно еще в ремонт вложить, я думаю, на этой территории. А так, конечно, нет предела совершенству. Так, ну и все, выходим на улицу. Так, вот дверь, вход на территорию виллы. Вот этот коридор, здесь 2, 3, 4, 5 квартир получается. Вот здесь квартиры. Вот, выход идет к лифту. Выход к лифту. Вот это выход на улицу. Вот здесь получается вид на океан. Здесь вот дорожка к Реджиму, выход на улицу которой. И пешком можно подняться в зону, в зону бассейна. Значит, еще раз вон там. Так. А это апартаменты все, да? Одна, двухспальная, наверное, да? Вот, мы поднялись, получается, один лестничный пролет. И вот выход к бассейну. Вот это зона бассейна. И сразу скажу, вот по мне зона бассейна очень красивая и новая. Полтора года вот назад была реновация. Еще раз, бассейн с подогревом. Бассейн достаточно большой. По поводу лежаков вопрос был. Вот лежаки. Я так понимаю, можно брать и вот так вот загорать. С видом на океан. Зона бассейна с другой стороны. Вот получается аналогичный дом, и вот терраса уличная, видите, вот застеклили ее вот так вот, не знаю зачем. Вот тоже эркер аналогичного тоже застеклили, видимо, спальню дополнительную сделали. Вот тоже балкон, здесь тоже вся терраса застеклена. Тоже, я так понимаю, дополнительная жилплощадь. И вот здесь вот внизу, на первом этаже, будет вилла, которую вы видели на фотографиях, но сегодня нам ее не покажут. Сказали, через 10 дней. Да, и в комплексе по уставу коммунидата запрещена аренда вакасион, то есть аренда для отпуска. Официально можно сдавать только на срок от 3 месяцев. Это, конечно, минус. Да, здесь получается вот эти лестницы себе должны пройти, и вот он дом. Вот получается этаж от бассейна, по лестнице вот спускаетесь сюда, и значит тот дом, который на фотографии был, это вот получается первый дом, а это второй. Вот второй, который мы сможем, может быть, если интересует, посмотреть через 10 дней. Сказали, что там внутри как бы плюс-минус такая же ситуация, только единственное, стоит новая кухня. Вот, и здесь, конечно, будет вид получше. То есть здесь прям панорамный вид, прямой, фронтальный вид будет на океан, остров Лагомера, закат. Вот, ну, солнце тоже где-то, наверное, часов 10 будет, восхода здесь нет. Вот как-то так. Последнее дополнение, вот получается этот домик, вот этот комплекс, а вот видно Иксур. Вот он прям Иксур. Как я говорил, тут до Иксура, ну, 10 минут пешком, не больше. И вот вид на океан. Вот как-то так. Вот комплекс Las Mimosas. Общие зоны. Ну, ощущения от комплекса, в принципе, ухоженные. Картинки висят, покрашены общие зоны. Выглядит симпатично. И лифт опять.